Жан-Клод Ван Дамм превратил нижегородца в человека-змею. Алексей Калашников рос на фильмах Ван Дамма и мечтал развить такую же гибкость. Свою жизнь он посвятил именно этому и добился феноменальных результатов. Лет началось у Жан-Клода Ван Дамма посредством его фильмов. 6 лет в садике сел на поперечный шпагат. Вот. А вот этих всех вещей с 2003 года в 26 лет начал. Нужна была какая-то очень мотивация мне сильная. Не хватало. А вот вам не больно? Вы так прямо это Нет. ноги, руки закидываете? Все мышцы на теле не можно управлять. Те же самые вот ребра. И можно двигать. Не боитесь что-то сломать себе? Ну вот это очень опасный трюк. Коленный сустав может вылететь и надорваться сверху. С этим с растяжками проблем не было. Никогда. Ну то есть травм никаких, вот с гибкостью. Вот, качественный разогрев, разминка, и можно работать. Переосмысл питания. Ну, если много чего не ем, например, мясо не употребляю, от этого связки дубовыми становится. Я себя как бы вот качком особо не считаю, но так поджаренький. Качалка, в принципе, тоже качалочку употребляю. Исключительно с маленьким весом все упражнения делаю. На 25-30 повторений. Это дает именно необходимую там прорисовку, просушку тела. В экстремальных ситуациях, например, подскользнулся там, ногу высоко задрал, там растяжение, там не получишь. Все говорят, что вот подбородком до ноги не достать. Это неправда, можно достать. Вот колено даже такое прямое колено. Вот эта пирамида, вот это сфинкс. Вот будьте в Египте. Нужно найти точку, где там на общем плане сразу сфинкс и пирамида. Но такой точки нет. Так получилось, наехал одна нехорошая компания на улице, вот, подвыпившие люди. Сделали захват руки на болевой. Ну, там парень меня поймал, делает залом. Ну, что-то примерно вот из этой области. Я как-то вот ее туда прям чуть не до конца загибал. Но в итоге мне так ничего, он сам даже как-то удивился, был такой момент. Ну, ругнулся матом, что я же так типа на предел туда и... То есть вот... То, чем занимается Алекс, это вообще... Фантастическая вещь, если честно, потому что это действительно поможет в дальнейшем и хорошо себя чувствовать, и хорошо выглядеть. Но я думаю, вы сами видели, какие результаты он показывает, как он выглядит. Извините, а у вас все ребра на месте, да? Что? Все ребра? Да. Вау. У меня даже кот. Я тоже про твоего кота подумала. Но это очень круто. А, можно, кстати, знаете, что эксперимент провести? Вот, чуть ноги пошире, и вот ручки назад вывернули, и наклоняемся вперед. Да, наклоняемся вперед, да. Какое-то особенное агрегатное состояние, правда, человека, не знаю. Секрет в тренировках, в занятиях, в практике. И все хотят быстрого результата, но быстрого не будет. Вот такой, как он сам себя называет, человек-змея, можно сказать, достопримечательность Нижнего Новгорода.